Приветствую вас, уважаемые друзья и зрители моего канала. Сегодня хочу поделиться с вами своим любимым способом очистки металлопластики. И способ называется чистка электролиза. Нужно собрать такое вот незамысловатое устройство. В моем случае я использовал зарядное устройство для телефона. 5-вольтовое на 850 мАч. Также нам нужен крокодильчик и металлическая планка. Крокодил для захвата металлических предметов обязательно нужно подключать к минусу, а планку массу к плюсу. Для чего это делается? Чтобы не испортить монеты или металлопластику, которую мы будем чистить. Это очень важный момент, поэтому обязательно подключайте к минусу. А для плюса я использовал довольно хорошую толстую планку, стальную. Чем толще планка, тем дольше она прослужит. Ну и теперь нам понадобится пол-литровая стеклянная банка, столовая ложка соли и, собственно говоря, наше устройство. Прошло 5 минут, очень хорошо видно, насколько у нас загрязнилась вода, сколько грязи слезло с данного крестика. Теперь берем любое моющее средство для посуды, можно взять жидкое мыло и хорошо пальцами, не надавливая, стираем грязь с нашего крестика. Теперь сейчас пойду промою проточной водой и немножечко протру зубной щеткой или щеткой для чистки монет. Промыл крестик. Посмотрите, как хорошо он очистился. Даже ушко, забитое грязью, промылось без особого труда. Приложу фотографии, какой он был до и какой он получился после чистки данным средством. Теперь что его можно? Если не до конца видите, что он очистился, можно еще пару минут подержать в электролизе. Потом хорошенько его обезжирить и чем-нибудь законсервировать. У каждого свои способы консервации монет и металлопластики. Я своих покажу как-нибудь попозже.